And we heard that you will participate in some big party that Radio Dacha, and we know that it's a really great show too. And мы слышали, что вы были на большой вечеринке Rio Dacha. Это грандиозное шоу. Большая концертная площадка, где выступают такие звезды, как Sting. И я буду там в будущем. Да, конечно, мы верим в это. Ну да, я говорил вчера насчет Олимпийского. Я буду представлять его завтра. Большой суперзвездой, суперстар в Швеции, и абсолютно заслуженно будет представлять свою страну на конкурсе Евровидения в Дюссельдорфе. У нас есть одна общая составляющая – композитор, наш друг, мой друг, композитор Фредерик Кемпе, который написал песню Фредерику, называется «I'm popular», а для меня написал он песню Саны Нетребкаля «Ва», «Голос», который, значит, благодаря которому мы получили и «Золотой граммофон», и «Лучшая песня года», и «Дуэт года», и сейчас номинирована на премию «Муз-ТВ» как «Лучший дуэт». И, собственно говоря, вот он нас объединил и попросил меня не бросить в Москве прибывшего эксклюзивно, значит, в Россию на свой промо-тур Эрика Саде. Что, собственно говоря, я и делаю, и с большим удовольствием представляю его российской публике. И так как по правилам конкурса Россия не голосует за себя, я призываю присоединиться и проголосовать России, конечно, если понравится его песня, я думаю, что песня выступления понравится, и отдать 10 баллов от России за Эрика и за Швецию. Я думаю, что выступление нашего Алексея Воробьева в Швеции тоже произведет такое же впечатление, и Швеция все вечер тоже даст высокие баллы нашему Лёше. И пользуясь случаем, желаем ему отличного выступления, и поддерживаем его, и болеем за него. Но сегодня наш гость в Москве, и мы, как гостеприимные хозяева, хотим его 3 дня сделать, как говорится, в известной песне, чтобы были 3 счастливых дня. Мы постараемся во всем тебе помочь, чтобы ты почувствовал себя как дома. Добро пожаловать в Россию, Эрик. Удачи на Евровидении, и я уверен, что все россияне будут болеть за тебя.